Совсем скоро на Пятом канале состоится премьера сериала «Без прикрытия». В основе сюжета проекта история двух братьев-близнецов. Один первоклассный вор Богдан Вольный, любит свободу и живет по понятиям. А второй Григорий – оперативник в полиции. Карьера не сложилась, коллеги им помыкают. Друзья кидают на деньги, а криминал, с которым Гриша должен бороться, совсем его не боится. Главные роли в картине исполнили Михаил Тарабукин, Оксана Скакун, Надар Джаналидзе, Алина Марфина, Евгений Антонов, Иван Васильев, Маргарита Бычкова и другие. Премьера сериала «Без прикрытия» состоится уже 5 февраля. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.